Архимандрит Варсанов и Юлия, 1845 года, Самара, 1 апреля 1913 года, Коломна, Московская губерния, священник Русской Православной Церкви, проповедник, духовный писатель, до пострижения полковник, прославлен в лике преподобных в 2000 году, входит в собор 14 преподобных старцев Оптиной пустыни. Биография: родился в семье выходца из оренбургских казаков купца Ивана Плеханкова. Закончил Полоцкую военную гимназию, затем Оренбургское военное училище, сделал военную карьеру, дослужился до полковника. Неожиданно для сослуживцев подал прошение об отставке, в 1891 году приехал в Оптину пустынь. 10 февраля 1892 года был зачислен в число братства Иоанна Предтеченского скита. Каждый день в течение 3 лет он ходил для духовных бесед к оптинским старцам Анатолию и Иосифу. 26 марта 1893 года Великим постом был пострижен в Ясафор, в декабре 1900 года по болезни пострижен в мантию с именем Варсанофий. 29 декабря 1902 года рукоположен в иеродиакона, а 1 января 1903 года в иеромонаха, назначен помощником старца и духовником Шамурдинской женской пустыни. В 1904 году был отправлен на фронт в качестве священника при лазарете имени преподобного Серафима Саровского. В 1907 году возведен в сан игумена и назначен скитоначальником. В 1910 году при старце Варсанофии в Оптину пустынь приезжал Лев Толстый, но так и не решился посетить скит. Узнав об этом, преподобный сам приехал на станцию Остапова к умирающему писателю, чтобы напутствовать его перед смертью и дать возможность в последние минуты жизни примириться с церковью, но к Толстому его не допустили. В 1912 году по решению Синода преподобный Варсанофий был назначен настоятелем Староголутвинской обители с возведением сан-архимандрита. В Староголутвинном монастыре, пришедшем к началу 20 века в упадок, трудами архимандрита Варсанофия было восстановлено благочение иноческой жизни. Он привлек благотворителей, которые помогли отремонтировать храмы, кельи, гостиницу. Монастырь стал одним из духовных центров Подмосковья. 1 апреля 1913 года скончался и был погребен в Оптиной пустыне.